Привет, я Петр. У нас в магазине всеинструменты.ру пользуются популярностью аккумуляторные дрели-шуруповерты Hitachi DS12-DVF3. Расскажу почему. Аккумуляторные дрели-шуруповерт Hitachi DS12-DVF3 предназначены для легких и средних работ сверления и закручивания шурупов в дереве, пластике и металле. Особенности этой модели: регулируемый крючок для переноски инструмента с держателем, удобная прорезиненная ручка для более комфортной работы, компактный и легкий, вес всего 1,5 кг. Сменный аккумуляторный блок напряжением 12 вольт и емкостью 1,4 ампер-часа делает инструмент независимым от розетки. Когда один блок разрядится, просто замените его на запасной и продолжайте работать. Двигатель справляется с сверлением отверстий в дереве до 25 и в металле до 10 мм, а также заворачиваем шурупом в 5,8 на 63 мм. Для изменения направления вращения используется надкурковый переключатель, который в нейтральном положении блокирует кнопку включения шуруповерта. Покупайте в интернет-магазине всеинструменты.ру.